Значит, мужчина на рынке приобрел себе двух гусей, наковальню, ведро, ну и еще на выходе пару курочек купил по дешевке. Возвращается он, значит, в родную деревню, и на станции на ЖД женщина подходит, говорит: а вы не подскажете, как вот пройти в поселок? Он говорит: так а вы идите за мной, и вместе дойдем. Только пойдемте вот так вот, тут вот через лес, самый короткий путь. Она: ага, ну сейчас, блядь, мы пойдем, а ты меня прижмешь к какому-нибудь дереву. Да ты что, ты посмотри, у меня живность, вот этот поклажи с полной руки, как я вообще смогу? Она такая: так смотри, значит, гусей ведром накрыли, наковальню сверху. Мужик такой: а кур? Кур я куда дену? Он такой: а кур я могу и в руках подержать.